завтракать. Опоздали на буфет уже 10:30. Сколько? Wie spät haben wir jetzt? 11 Uhr, oder? Oder schon nach 11? 3:12. Уже без 15:12 мы только доехали до завтрака. Эвелина тоже уже уставшая. О, и тут такой панорамный вид сверху. Да. В общем, вид такой у меня тоже помятый, потому что у нас сегодня была бессонная ночь с Эвелиной. Пока мы забрались, я не знаю, что я хочу больше. Кушать или спать вообще. Уже принесли. Знаете, что мы сегодня празднуем? Мы сегодня опять что-то мы празднуем. Вентики. Каждый раз что-то празднуем. Да? Держи. Мы сегодня празднуем 8 лет вместе. А вот и наш завтрак. Ой-ой-ой, Эвелинчик. Папа среагировал, молодец. Пока мама тут снимает. А вот и наш завтрак. Я. Папа хочет что-то фотографировать. У папы сразу обед. Я. Ай, как там все интересно, да, Эвелина? Эвелина? Вот это Давид. Эвелина уже спит, а мы пришли в тот магазинчик. Прям здесь в модном доме находится это кафе. Поднимаешься наверх, и тут детская одежда. Тут такие курточки классные. Вот эта мне курточка очень понравилась. Смотрите, стоила 35 евро, теперь 9,99. Всякие платьишки. Вот эта мне футболка понравилась, тоже с фламинго. А тут уже лифт. В лифт заходишь, спускаешься, тебе купили кепку? Купили мы еще какую-то курточку, футболочку с фламинго и еще туфельки купили. Ой. Вот там мы кушали. И тут спускаемся вниз. Зашли в магазинчик сладостей. Маршмеллоу, чтобы грилить. Иду со сладостями, есть еще вот такие вот вязаные штучки. Прикольно. Что ты хочешь? Я хочу... О, какие шашлыки из желеек. Я хочу вот это. Это Давида тема. Ну возьми себе что-нибудь, давай, бери. Какие тут кряшечки красивые. Видишь, мам? Happy вот breakfast. Это хороший. И вот это так классно. Давай. Даже веганские есть штуки. Прикольные. Погодись. Погодись. Где люди здесь? Сука. У Велины новая курточка. Такая яркая и красивая. У нас что-то так похолодало, что куртку пришлось ребенку одевать. Да? Скажи, так холодно стало? Давид тоже куртку одевает. Ну, пойдемте немножко погуляем по городу. И пойдем. Да, ой, солнышко. И поедем к Джеку. Пойдем. На велосипеде? Да. Ну, как-нибудь приедешь. Давид хочет в город на велосипеде. Как такие очки. Прикольные. И так кто тут у меня с фламинго? И тут у тебя фламинго. И тут тебе папа купил шарик фламинго, да? Эвелина, тебе так нравится фламинго? А? Эвелина только пальчиком покажет, и папа сразу ей все покупает. Ну не все, конечно, но почти все. Да, Давид себе мячик какой-то взял. Сейчас покажу вам покупочки, которые сегодня я сделала. Ну, такие маленькие, но все равно очень милые. И хотела поделиться с вами моим восторгом. Это все, вот эти маленькие туфельки,
футболка и вот эта курточка – это наша местная фирма «Стаккато», которая у нас, кстати, находится в Биллефельде, ее главный офис. В общем, эту куртку вы уже видели на Эвелине, как она выглядит. В общем, очень классный цвет, прям фуксия такой. Но на самом деле придает немножко даже ярче, чем на самом деле на камере. Вот эта футболочка очень классная, с такой вот объемной аппликацией фламинго. Футболочку я взяла 80 размер, потому что немножко большие размеры выходят, чем они на самом деле. Вот. А куртка размер 86, представляете, и уже как раз в линии. Хотя тоже Стаккато. Прям я очень была удивлена. Вот такие вот мимишные туфельки. Это вот Эвелинки на первый день рождения. Потом купили вот такую вот ей уточку, не удержались. Уточку. Фламинго. Как уточка. В общем, купаться с ней. И купили вот такие вот красивые и очень вкусные макароны. Так, ну что, пробуем. Ты попробовал? Вкусно тебе? Смотрите, какой. Видите, сердечко. Lecker. Papa, willst du auch probieren? Ja, alles gut. Ich habe vorhin schon. Только это десерт. Это не кушают вот так вот. Хопа, в рот и все. Это деликатес. Сына. Я сейчас в спальне, кстати, вам не показала, какую мне орхидею на день рождения подарили. Смотрите, какая красивая орхидея. А в гостиной у меня стоит белая орхидея. Сейчас покажу вам. Да, Давид мне там покажет. Сейчас я покажу только свою орхидею, ладно? А вот тут у меня вот такая орхидея, красивая, прекрасивая стоит. Тоже распустилась. Не поверить, еще полгода назад она была абсолютно голая. Ей подарила какое-то очень-очень классное удобрение. И она снова цветет. Давид тут с рекламным проспектом Альди сидит. Что ты хочешь, покажи. Вот такое для тебя. А, вот такой. Мне шезлонг тоже понравился. Смотрите, какой шезлонг классный. Прям защита для лица, да. Прям защита от солнца. Класс. И он там можно вот так да. сделать. Еще можно использовать как сумочку, чтобы переводить вещи. Ну, вообще класс. Давид тренирует Джека. Мы вышли погулять. Да, вышли погулять. Папа наш отправился на футбол. А мы пошли гулять с Джеком. Да, папа нашему сегодня очень хорошо. Хотя у нас сегодня день нашего знакомства. 8 лет. С тех пор, как мы познакомились, но я все равно его отпустила, как это сегодня лига там играет. Ему это было очень важно, поэтому решила пусть идет. А завтра с ним посмотрим фильм. Да? Я вот этот. Урай! Так только что прыгал Джек высоко. О, опять. Джек, да мне кажется, он уже подустал. Отяк, отяк, молодец. Молодец, так прыгает высоко. Красавчик. О, все, убежали. Ой, уже сгорят туда, уже солнышко скрылось. Отяк. Отяк, да? Олегоп. Вот так, молодец. Ой, молодец, как ты прыгаешь. Парочка Твикс. Ой, и ты уже уползла от меня? А? Играете с шариком? Ой, так. Ой, ой. 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 Хочет отбирать у тебя шарик? Джеки, сейчас тебя схватят. Опа. Вот я где. Джеки. Эвелина, вот Джек. Ой, ой, ой. Так, что у тебя тут во рту? Ой, вот стикизу нашла. Ой, ты хулиганка. У Давида стикизу украла уже. Ай, ай, ай. Скажи, не отдам. Ой. Джеком играется. Давид,
читать собрался? Да, вот так. Вот так. Ой, вся в пижаме перепуталась. Первый заплыв утки с куклой. Первая кукла Эвелина. И огромная утка. У-ху! Аплодисменты! Эвелина! Что это? Ой, какая огромная утка! И девочка на утке, да? Ой, ой, скажи, она плавает! Она плавает! Ой! Вот так! Сейчас будет купаться у нас! О, все, купи-купи делает! Вот, сейчас салтиранит! Все, уже мокрая! Окей! Сейчас Давид покажет, как играть! На, уточку тебе! Ой, какая уточка большая! Все, не раить! Ой, какая уточка большая. Ой, плавает. Ой, а классно, что она не переворачивается. Смотри, какая утка классная. Опа, вот так плавает. Смотри, Давид тоже оказывается в куклу умеет играть. Я и не знала. Танцы на воде, е-е-е. Такого я и встречала нигде. О-о.